Последние мгновения перед выходом на сцену. Ансамбль детской школы искусств «Глория» на фестивале «Весенний ветер». Без слов он эмоциональный, очень много в нем разноголосий. То есть там очень много переходов разных, много есть чем удивить. Удивили ли девушки жюри, еще предстоит выяснить. Пока анализ выступления и разбор ошибок. Выступили достаточно хорошо. Но, правда, могли лучше. Волновались? Вообще нет. Нет, мы не волновались, мы собрались. Но кое-что могло получиться лучше. Фестиваль «Весенний ветер» в Химках проводят уже в 8-й раз. В течение нескольких дней участники соревнуются в разных жанрах. Эстрадный и академический вокал, хореография, художественное слово, инструментальное исполнение. Только эстрадников в первый день около 1000 человек. Конкурс масштабный. Фестиваль – это вообще праздник. И мы, естественно, ждем, во-первых, новые имена, новые номера, каких-то откроем какие-то новые звездочки, и потом уже на площадках города, в день города, на праздничных площадках, мы увидим наши творческие уже победы, наши творческие личности. По итогам всех дней самые лучшие обладатели гран-при выступят с известными актерами и певцами на праздничных концертах в честь 80-летия «Химок». Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.